қысқаша эфиріміздің тақырыбын барлығын айта берсең. Тағы да армысыздар дейміз, құрметті көрермендер. Жалпы бүгінгі эфиріміздің тақырыбы Назарбаев жүйесін қалай тоқтатамыз. Соңғы 30 жыл бойы бізге тұрақты түрде кедейлікке, жемқорлыққа, жағымпаздыққа барлығына жеткізген осы Назарбаев жүйесінен Назарбаев жүйесін қалай өзгертеміз. Жалпы біздің өзі Қазақстан демократиялық таңдау ұйымы 2017 жылдың 20 сәуірінен бастап қайтадан жаңғырған болатын. Бұл былай жеткен кезде бірінші нұсқасы емес, бір үшінші нұсқасы десек те болады. Жалпы тарих бойынша, тәуелсіз Қазақстанның тарихы бойынша осы 4 жылдың ішінде жалпы біздің қозғалыс Қазақстан халқына барлығына біздің бағдарламаларды, мақсатымызды ұсынған болатын. Жалпы мақсатымыз қандай? Біздің елдегі президенттік басқару жүйесін парламенттік басқару жүйесіне қарай ауыстыру болып табылатын. Жалпы қазір адамдар қосылып жатыр, иә? Иә, қосылып жатыр. Жалпы біздің өзіміздің қозғалыстың, Қазақстан демократиялық таңдау қозғалысының басты мақсаты елдегі диктаторлық Назарбаев жүйесін барынша өзгерту, демократиялық жолға қарайынан бағыттау. 2017 жылдан бері қарайынан бір жарым, екі жылғы тоқтамай қарқынды түрде үгіт насихат жұмыстар жүргізілген болатын. Біздің бағдарламалар, олардың барлығын айтатын болсақ, мысалға, еліміздегі ең үлкен проблема ол баспана проблемасы, сонымен қатар студенттердің, көп балалы аналарға, экспорттық кәсіпорындардың барлығының жалақылары қаншалықты көтеріледі, сол жайында айтқан болатын. Артынша біздің билік, біздің бағдарламаларға қарай отырып, 2018 жылдан бастап біздің ұйымды экстремистік деп танып, Әрмен Қаратай тыйым салынған ұйым ретінде таныған болатын. Жалпы тағы да қайталап айта кетемін, жаңадан қосылған көрермендерге эфиріміз YouTube-те Мұхтар Әблязов каналында, ал Telegram мессенджерінде Активист ДВК чатында өткізілуде. Егер де өздеріңіздің сұрақтарыңыз болса, солардың барлығын чатымызға кіріп, болмаса YouTube-те комментарийда өздеріңіздің сұрақтарыңызды қалдырсаңыздар болады. Бүгінгі эфир спикерлері Заманбек Төлеев, мен Елдос Насипеков және Мұхтар Әблязов. Әзірше Мұхтар қабыл қосылған жоқ бізге. Заманбек, дауысым естіліп тұр ма? Иә, дауысым естіліп тұр. Тағы да саламатсыздар ма, қайырлы кеш. Осы жаңағы еліміздегі болып жатқан жағдайдан барлықтарыңыз, хабарларыңыз бар ма? Меня слышно, да? Да, слышно. Да, я себя просто не вижу почему-то на видео. У вас видео... Меня видно? Нет. На видео выключено? А, видео надо включить. Видео включено. Вот, да, видно. Саламатсыздар ма, құрметті отандастар. Здравствуйте, уважаемые соотечественники. Вот у нас сегодня три спикера. Вот наши молодые ребята Ильдос и Заманбек будут сегодня отвечать также на вопросы. Мы с 2017 года, именно если быть точным, 20 апреля объявили о создании демократического выбора Казахстана. И все эти годы мы занимались политической деятельностью, но и важно, что вы знаете вот ситуацию, которая была в Афганистане, когда люди в Кабуле, в столице, проснулись и не знали, куда будет разворачиваться политический курс страны, когда к власти пришли талибы. И я думаю, в этой связи наши граждане должны понимать, что политическая платформа, программа экономических реформ является базовым для того, чтобы вы могли понять, что за политическое движение, надо его поддерживать, хотим ли мы этих перемен. То есть в связи с тем, что мы говорим о смене воровского режима Нурсултана Назарбаева, наши граждане должны понимать, а что будет вместо этого мафиозного режима. Когда я говорю мафиозный режим, я хочу подчеркнуть, что мы с момента, как объявили о создании ДВК,
20 апреля 2017 года, многократными фактами, помимо того, что вы знаете, показывали, как этот режим обкрадывает нашу страну. Поэтому мы с полной уверенностью можем сказать, что это воровской мафиозный режим. Вы знаете, как этот режим фабрикует уголовные дела, сажает людей в тюрьмы. Вы знаете, как в мире устроена политическая система ведущих стран, как в Америке и Европе. И основная часть населения мира стремится жить, как в Америке и Европе, потому что их заработные платы в среднем где-то в 15-20 раз выше, чем у нас в Казахстане, например. Вы используете западные технологии, ездите на их машинах, мы общаемся в интернете, используем их телефоны, лекарственные препараты. И, безусловно, мы все понимаем, что именно эти страны передовые. Поэтому, когда наш гражданин Казахстана делает выбор между этой мафиозной властью и демократическим выбором Казахстана, он знает, что наша задача, и мы стремимся построить передовую страну, такую же, как Америку и Европу. И пусть нам темные люди не рассказывают по поводу арабских стран, шариат и так далее, я очень категорично выражусь, потому что нет ни одной страны в мире, которая, имея в основе шариат, могла бы похвастаться успехами, что у них наука, что у них передовое общество, грамотное население, свобода. И когда говорят, что вот в некоторых арабских странах живут хорошо, это факт, но они живут за счет нефти и за счет западных технологий, они, по сути дела, все это сумели более грамотно использовать, чем, скажем, в наших странах авторитарно, только потому, что их лидеры учились обязательно в западных странах, в Англии, в Америке, Франции. Во-вторых, они себя считают собственниками этих стран. Не вы, скажем, гражданин страны, вы подданный. И я так понимаю, что мы хотели бы, чтобы мы имели все равные права, как у нас записано в Конституции и в законах. Поэтому мы говорим о лучших образцах. Мы хотим, чтобы у нас было грамотное, образованное население. И никакой шариат не поможет. Когда кто-то ссылается на шариат, что вот у них там, потому что руки-ноги режут, преступник наказывает и все прочее, все шикарно, все это вранье. Америка без шариата живет, это светское государство. Европа то же самое. При этом я сразу хочу подчеркнуть, в рамках наших программ мы говорим, что все граждане равны перед законом, независимо от вероисповедания, независимо от национальности, все граждане равны перед законом. Мы хотим построить такое государство, светское, сильное государство, где каждый может верить или не верить, где каждый может быть разной национальности, и всех граждан защищены права. То есть не будет так, как в Афганистане, утром проснулись, и вы не знаете, куда будет развернут политический курс. А для этого нужно, чтобы власть контролировала народ. Парламентская республика, когда люди избирают своих депутатов, депутаты затем назначают премьер-министра и министров. И когда люди говорят, а вот если Абляза придет к власти, а не будет ли это Назарбаев 2, мы говорим, что парламентская республика не позволяет это сделать, потому что министров и премьер-министра назначают представители народа, депутаты. Если премьер-министр и министры не соответствуют требованиям времени, не проводит реформ, депутаты в один день собираются и снимают. Вот и все. Поэтому я на эти вопросы отвечал многократно. Сегодня мы немного о другом хотим поговорить. Мы хотим, что я почему вынужден все это вернуться назад, озвучивать, чтобы сказать, что мы, как политическое движение, озвучили наши программы, и не может быть, чтобы наши граждане не знали, что их ждет, как в случае с Талибаном в Афганистане. То есть все понятно. Мы говорим, что народ будет контролировать власть. То есть мы говорим, что взамен получат наши граждане, когда мы избавимся от воровской системы Нурсултана Назарбаева. Ну, раз мы понимаем, что мы хотим построить, теперь вопрос стоит, как нам
отстранить от власти Нурсултана Назарбаева и его ближайшее окружение. Мы сегодня очень много вопросов получили, и я, во всяком случае, могу, исходя из некоторых предложений, нормальных предложений, сделать выводы, что люди просто не знают программы нашего движения, не знают о том, что мы целый пакет для силовых структур, для армии, для полиции, пакет экономических преобразований, о том, что их зарплаты будут начинаться от $1000. К сожалению, люди это не знают, когда они делают такие предложения. Но тем не менее, сейчас мы хотели бы обсудить вопрос о смене режима. То есть, если мы все понимаем, что режим необходимо сменить, мы должны понять, как сменить. И когда здесь люди говорят, какие-то вопросы задают, мы должны показать, почему до сих пор не происходит смена режима. Поэтому давайте мы начнем в этом направлении. Замабек Елдос, пожалуйста. Я саламат сударма тағыда құрметті отандастар. Мне сұраққа көшпес бұрын айта кетейін дегенім. Мысалы, әр аурудың індетін, жаңағы аурудың себебін тауып, и так далее, содан кейін барып ауруды емдейді ғой. Сол сияқты біздің Қазақстанның ауруы диктатура. Ал диктатураны тек қана массово митингіге шығып қана кетіре алатынымыз, ол уже көптеген ғалымдар, профессорлар айтып жеткізіп көрсетті. Аксиома. Аушын дәлелді. Дәл солай, енді келесі сұрақты қойып жатыр. Беларусияда көптеген халық шықты, бәрі шықты, не өзгерді? Әлі жаңағы ана қақпас әлі отыр, бұдан ештеңе өзгермейді дейді. Чатқа жібердім. Міне, осы жайында Елдос кішігірім айта кетсек. Иә, Беларусь бәрі шықты, не өзгерді, әлі отыр ана қақпас, бұдан ештеңе өзгермейді дейді. Жалпы барлығымыз білеміз, негізінде қалай беларусьтердің көтеріліске шыққандығын. Олардан мысал алып қарайтын болсақ, ешқандай да бір ячейкалар болған жоқ, штабтары болған жоқ. Олардың барлығы тек сайлау күні ғана бірден былай жеткен кезде бір аптаның ішінде әрмен қаратай халық триггерный событие дейді ғой, сол бойынша әрмен қаратай халықтың толқуы былай жеткен кезде өсіп кетті десек болады. Бірақ та осы толқыған өскен халық әрмен қаратай қайда барады, не істейді, ол жағын білген жоқ. Тура кезінде де айтып кетті, бұғанға дейін қаншама саясаткерлер де Мұхтар Әблязов та айтып кетті. Халық олайынан жиналып алаңға шыққаннан кейін олай көшеде жүрмеу керек, бірінші майдағыдай мерекеде жүрген сияқты. Бірден айтып бибилер, иә, шар ұстап қол ұстасып байғарып тұрудың ешқандай қажеті жоқ. Бірден бару керек тағы Лукашенконың сарайларын барып басып алу қажет болған, басып алмас, толтыру қажет болған, иә, адамдармен. Әрмен қаратай мемлекеттік телеканалдардың барлығына шығып биліктің өзгергендігі жайында хабарлаған болса, ондайда жағдай бәлкім мүлде басқаша болар еді. Иә, өкінішке орай Белоруссияның жаңағы билігі сразу өзгермеген себебі ол жақтың оппозициясының жаңағы халыққа ұсынып отырған программалары, қайда бару керек, не істеу керек, ол диктатура, Лукашенконы қалай кетіру керектігін барлығын полный көрсетіп берсе, халық жай ғана барды, жиналды, мысалы 3-5% халық жиналды ма, барды да бүкіл правительственный орындардың барлығын толтырды, и все, Лукашенконың билігі кетті деген жариялады, солай жасаса көптеген мүмкіншілігі бар еді халықтың шығуының арқасында. Не, осының кесірінен осылай четко айтып не істеу керектігін, мысалы Мұхтар Қабылұлы осы 10 январға болатын сайлаудың алдын ала жаңағы указ шығарған болатын, кімдерді отырғызу керек, қалай не істеу керек, кімдерді қамауға алу керектігін айтқан болатын. Тура солай, егер Белоруссияда да кімдерді қамау керек, кімді кетіру керек, жаңағы халықтың ішінен шыққан оппозициядағы адамдар жаңағы временный правительство құрып соның барлығын істеген болса, Белоруссия көптеген жаңағы жетістіктерге жететін еді. Негізі оның барлығын жасады ғой ол кісілер. Мен қазір бәрін орыс тілде бәрін түсіндіріп берейін. Құрметті достар, біз бүгін эфирді екі тілде өткіземіз. Мен көбісіне орыс тілінде жауап беремін. Уважаемые друзья, мы сегодня эфир будем проводить на двух языках. Я буду в большей степени отвечать на русском языке, где-то и на казахском языке, как получится. Вот здесь на казахском языке прозвучало утверждение, даже не вопрос, что мы говорим
необходимо, чтобы вышли 3-5% протестующих на улицы нашей страны. И этого достаточно, чтобы сменить режим. Но мне приводится пример в Беларуси, когда выходили 200-300 тысяч человек, но вот режим типа не сменился, он сидит и сидит себе. На самом деле здесь многие наши сторонники что-то ухватывают, какую-то часть, а другую часть мимо. Так вот, для того, чтобы добиться смены режима, должна быть организация, должен быть центр, который координирует активных граждан, должен быть так называемый штаб, должна быть программа. Ну, давайте посмотрим, если говорить о Беларуси, была ли у них программа. У них как такого программы не было. У них была такая ситуация, когда кандидат в президент Тихановская заявила, что она станет президентом, если ее люди изберут. Затем объявят новые выборы, и в течение 6 месяцев придет реальный кандидат. Она себя не воспринимала как политик. То есть на эти выборы шла кандидат Тихановская, которая не предлагала построить новое будущее. Они говорили, мы против Лукашенко, но какое новое будущее она предлагала реализовать через новые выборы, честные выборы, когда смогут участвовать реальные кандидаты, которые понимают, как страну вывести из кризиса. Что же у нас? У нас все по-другому. Мы в этом случае говорим, что обязательно должна быть политическая организация, которая предлагает программу. ДВК это предложил. Второе. Мы говорим о том, что да, действительно будет временное правительство ДВК, но в течение 6 месяцев пройдут выборы, и все абсолютно те, кто готов участвовать в борьбе за власть, а это нормально, во всем мире политики и партии борются за власть, чтобы затем реализовать свои программы. И вы здесь не должны негативно воспринимать, как преподносит Назарбаев, они рвутся к власти. Да, мы рвемся к власти, это нормально. А человек, который говорит, что они рвутся к власти, уже больше 30 лет захватил и узурпировал власть, построил мафиозное государство. Итак, мы говорим, сравниваем с Беларусью. В чем проблема? Не было политической организации, не было лидеров, которые действительно видели, куда вывести страну. И самое главное, не было штаба. Внутри страны Тихановская находилась, но штаб был изолирован, ее депортировали из страны. И в этом смысле в диктаторской стране не может политический лидер находиться внутри страны, потому что он подвержен давлению. У Тихановской были угрозы ее детям, и она была вынуждена покинуть страну. И был какой-то момент, когда фактически белорусы не знали, что с ней происходит. У нас позиция следующая. Должен быть штаб, должны быть и специальные ячейки, в которых должны находиться по 5 человек. Это активные граждане, которые намереваются добиться смены режима. Они должны поддерживать контакт со штабом, только со штабом. Не общаться с другими ячейками, потому что в этих ячейках обязательно будут или болтуны, или предатели. Сейчас режим активно внедряет в ячейки своих представителей, агентов, и таким образом разрушает деятельность таких ячеек, подвергает репрессиям активистов. Поэтому мы говорим, должны быть отдельные ячейки, чего не было в Беларуси. И штаб должен управлять этим процессом. Мы видели, что происходило в Минске. Десятки тысяч людей ходили с цветами, все было красиво, пели песни. Но они не сделали главного. Они просто не заполнили собой резиденцию Лукашенко и не объявили, что власть перешла в руки оппозиции. Вот это не было сделано. Сотни тысяч стояли перед маленькой горсткой силовиков и не могли сделать решающий шаг, как это сделали кыргызы или сделали армяне. Армяне просто, без каких-либо столкновений, заполнили собой административные здания, мэрии, площади. В тот день, когда власть перешла в сторону оппозиции, на улицах Еревана было 150 тысяч человек. В Ереване это фактически 15-20% населения Еревана. Понимаете? Вот представьте, что в Астане живет более 1 000 000 человек, если 15-20% вышло бы, это 150-200 тысяч. То есть мы же понимаем, что этого достаточно для смены режима. Но
Люди не могут просто так собраться и просто опять ходить, круги выписывать. Они должны заполнить собой, даже не захватить, заполнить собой административные здания. Ну и вы же понимаете, когда режим, этот трусливый режим, увидит такое количество людей, они будут бежать. Это уже мировая практика. Почему я говорю трусливый режим? Потому что если бы Назарбаев был смелый, он бы допустил бы любых кандидатов на выборы и в честной борьбе победил бы. А он заранее их отстреливает, заранее сажает в тюрьму, не дает выходить на митинги. Такие вещи может сделать только трусливый человек, трусливый режим, который боится оппонентов и знает, что он проиграет. Поэтому в случае с Белоруссией он не отражает реальную картину. То есть нужно не просто выйти десяткам тысяч, а они все должны скоординировать свою деятельность со штабом, и тогда произойдут следующие события. Режим падет, мы должны не допускать хаоса. Посмотрите, что происходит в Афганистане. Они не смогли управиться. Все его ресурсы, резервы были заморожены Соединенными Штатами Америки, потому что они были донорами, они финансировали Афганистан. Первое. Банки перестали работать. Люди вообще не знали, что будет дальше. В нашем случае все ясно. Временное правительство приходит к власти. Мы дали проект декрета, постановления об аресте Нурсултана Назарбаева, Касым-Жомарт Токаева, сама Табиша, племянника Нурсултана Назарбаева, первого заместителя КНБ, председателя КНБ Карима Масимова. То есть уже первые декреты готовы. То есть временное правительство заранее озвучивает те шаги, которые будут делаться. Второе, мы говорим сразу, какие программы будут реализовываться. Понимаете, у нас все есть. Наша задача просто прийти, взять власть. Но для этого нужно просто объединиться, действовать согласованно, чего не было в Беларуси. Давайте дальше. Да, спасибо большое. Тут Мади пишет в чате, когда можно задавать вопросы. Дорогие друзья, если у вас будут вопросы здесь в телеграм-чате, вы можете поднимать руку, и мы включим вам микрофон, вы будете задавать свои вопросы. А также наши сторонники, которые смотрят через YouTube, вы можете прямо в YouTube здесь под видео писать свои комментарии, вопросы, идеи, и мы все это озвучим. Вот здесь... Так, Бахшан Жагипаров поднимает руку. Бахшан, саламатсыз ба? Айта беріңіз сұрағыңызды. Бахшан. Пока Бахшан қосылам дегенше, мында келесі бір айтып жіберсем, бір идеяны айтып тұрмандай. Зиялы қоғам бас көтермей, ешқашан қозғалыс болмайды. Қазақ тарихына сүйенсек, қара халықты жетектейтін басшы қажет. Бұл біріншіден бұл жерде зиялы қоғам дейтін, кімдер зиялы қоғам? Біздің Қазақстанда ешқандай зиялы қоғам жоқ. Жаңағы депутаттардың барлығы, жоғарда отырған әкімдер, барлығы ол Назарбаевтың наместниктері, Назарбаевтың лизундары екенін барлығымыз білеміз. Тек қана о елбасы сіздің арқаңызда Қазақстан көркейіп жатыр, жақсы өмір сүріп жатыр дегеннен басқа ештеңе айтпайды. Ал екіншіден қазақ тарихына сенетін болсақ, қара халықты жетектейтін басшы емес, сол басшыны басшы қылатын қара халық, например. Әр халық, әр адам өзі лидер болып, бір Бэтменді күтіп, пока біреу келіп барлығының басын қосып, өзгертеді деп күтсек, күте береміз. Әр қайсымыз өзімізден бастауымыз керек. Жауапкершілік алу керек, иә? Иә, өзімізге жауапкершілік алу керек. Мұнда Сауырбаев Бекжан тоже көтеріп отыр. Айта беріңіз. Бақша микрофон қосқан болатын жаңа, тілеспесем, иә? Бақытжан, болмаса тағы да. Бай хакім. Всем доброго времени суток. Меня слышно? Да, здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Бекжан. Живу в городе Шымкент, работаю. Я, используя свой промежуток времени, хочу высказать свое мнение по поводу происходящего в стране политического положения и против вещей, которые нуждаются в нашем особом внимании для того, чтобы мы помогли бы нам завершить начатое, то есть достичь смены режима, который за то время существования власти
значительно отделяется от настроения нашего народа. Того пример смелые и репрессивный характер их действий против людей, которые ищут свободу, но не находят ее. Бахчан, здесь знаете как? Мы сейчас, тема сегодняшнего эфира, как сменить режим Насанжора Назарбаева. Это настоящее имя Насанжор Назарбаева, да? И мы хотели бы услышать предложение от всех тех, кто участвует в этом эфире, ну или там сомнения, почему же все-таки не удается сменить режим Насанжора Назарбаева. Вот в этом контексте, если бы вы сказали свою позицию и вопрос задали, я думаю, это место было. Михаил Адамович. Қалай, Абай Хаким, сіз ба сөйлеп жатқан, айта беріңіз сұрағыңызды. Я мені, мен айтайын дегенім, беларусьтар, ана күнгі былтыр телеграм активисті бүгіннің телеграм шатында, олар қазақтар көтерілсе, беларусьтар ұянады деп жүрген еді. Ал сайлаудың алдында ғана сондай әңгіме болып жатқан, сайлаудың олар момент пайдаланып, былтыр көшеге шығып кетті. Ал біздің қазақтар әлі еш ұятамай жатырмыз. Енді Құдай сәтінсе ұяң қалатын шығар. Енді неге шықпайды деп сол жағына айтсаңыз дұрыс болатын еді. Неге біздің қазақтар шықпай жатыр? Сен тимесең мен тимеймін, бадыран көз болып жүр ғой бәрі. Шығатын шығар. Неге беларусьтар шықты, біздің қазақтар шықпай жатыр? Сол жағына айтсаңыз дұрыс болатын еді. Я айттым ғой, сен тимесең мен тимеймін, бадыран көз болып жүр. Оны біз Рахмет, мында комментарий оқып жіберейін. Фотон деген жазып жатыр чатқа. Предлагаю борьбу с режимом сфокусировать в офлайн режим. Раньше интернета не было, и люди как-то меняли политический строй. Надо объединяться в микрорайонах, районах. Когда твои соседи активисты, то объединяться гораздо, когда соседи активисты, то объединяться гораздо проще. Надо, чтобы каждый район, микрорайон, ЖК стал точкой сбора протестующих. Раздавать листовки, клеить листовки. Единственное, для чего нужен интернет, это передача информации. Еще может быть создать оппозиционную газету, журнал. В общем, сфокусироваться на физическом контакте, сокращать дистанцию, объединяться с теми, кто живет рядом. Вот такую борьбу нам предлагает Фотон. Ну, смотрите, Фотон уже, если его комментарии взять, некоторые фразы, которые он сказал, они уже сразу показывают, что он не в полной мере осознает, что происходит в стране. Ну, например, он говорит, нужно создавать свои газеты и журналы. Газеты и журналы должны получить официальную регистрацию в министерстве, должна быть получена лицензия, должны быть типографии, которые пишут выходные данные, когда печатается определенный тираж. Так вот, в нашей стране оппозиционных газет не существует, лицензии не выдаются. А если такая газета начнет что-то писать против власти, то журналисты будут преследоваться, газета закроется. То есть видно, что человек, который написал, он даже не подумал, что в нашей стране оппозиционная пресса не может существовать. Она может существовать только в интернете. Собственно, вы знаете, у нас канал 16-12 есть, который проводит, пишет всякие новости два раза в неделю, там постоянно различные репортажи, мы можем работать только в интернете. Никаких журналов, газет в стране создать невозможно. Что касается микрорайона и так далее, да, это надо создавать, но, что называется, карты открыты. Вы просто создайте ячейку, наберите сторонников в своем районе или своих коллег, и проводите в этом районе агитационную работу, расклеивайте листовки. Мы макет листовок обычно распространяем всегда. У нас есть программы ДВК. Люди должны понимать, а вот режим Назарбаева сменится, а взамен что? То есть нужно проводить агитационную работу. Но это, знаете как, я вам так скажу, это теоретически все звучит, потому что люди говорят, вот я на базаре агитировал, вот я на работе. На самом деле, я так считаю, что это бесполезная работа. Бесполезная почему? Если вы сумеете собрать 5 человек и создать ячейку, тогда вы скажете, что вы сделали эффективную работу. А если вы даже 5 человек ячейку не сможете создать,
ваша работа, это, знаете, она бесполезная. Вам покажется, что вы сегодня кого-то убеждали там, в своем районе, микрорайоне, дворе. Но если вы не создадите ядро людей, готовых действовать и выходить на митинги, и просто даже это 5 человек распространять листовки, ваша работа – это пустоту. Вот добейтесь простого. Создайте хотя бы ячейку из 5 человек, выйдите на штаб. Да и люди должны быть не посторонние, не просто сосед по лестничной площадке или просто знакомый. Они вас сдадут. У нас сейчас борьба, этот режим крадет каждый год минимум 30 миллиардов долларов и просто так эту власть не отдаст. Поэтому это очень легкомысленно отлавливать какого-то незнакомого соседа, который просто двигается в одном подъезде или в одном микрорайоне. Это все не работает, только доверенные люди. Микрорайон, все красиво звучит. Подъезд, площадь, там соседние дворы, район. Это все звучит красиво, но бессмысленно. Я вам сразу скажу, что это ошибочный подход. Только 5 доверенных человек. Если вы с ними сможете объединиться, затем вы с этими людьми выйдете вместе на митинг, где будете друг друга поддерживать, а мы такие ячейки должны создать тысячи в каждом городе. Тогда да, будет результат. А все эти слова «я нашел на базаре знакомого» или там в районе, они не работают. Это бесполезная работа. Это хорошая... Я жалпы алып қарайтын болсақ, көшедегі жүрген, жүргізген агитацияларыңыздың барлығы, егер де сіздер біздің программаларды, бағдарламаларды білмесеңіздер, егер де сіз өздеріңіздің достарыңызбен, таныстарыңызбен, ең жақын адамдарыңызға, кімге сен аласыз, солармен бірге ұяшық құралмасаңыздар, ондай жағдайда сіздердің жүргізетін кезі келген агитациялық жұмыстарыңыз бейтаныс адамдарға, сонымен қатар бағдарламаның білімінсіз ақ жүргізетін болсаңыздар, ондай жағдайда жүргізген агитацияларыңыздың барлығы былайша айтқан кезде бос әуре болып табылады. Ал барынша егер де биліктің өзгеру жағын жылдам әрі тез болуын қаласаңыз, ондай жағдайда ұяшықтың санын көбейту қажет. Жалпы осы. Сонымен қатар келесі бір сұрақ бізде былай: внезапность и неожиданность должно быть основой революционного переворота. И второе условие – объединение всех противоборствующих групп и никаких сплетен друг про друга в один кулак. Акарду взять точно таким же образом, как взяли дом правительства Киргизы во время последней революции. При этом мужикам надо учесть, что бабки, которые более смелые, чем наши парни, по своей природе физически слабее, чем те трусы, которые относятся к мужскому полу. Ну, немножко так грубовато написано, но все-таки многие наши люди реально так думают, что необходимо нам внезапность и неожиданность. Внезапно и неожиданно организовать многотысячный митинг, да? Мы говорим, чтобы сменить этот режим, нам нужны как минимум в Астане, в Алмате по 100 тысяч человек. И 100 тысяч человек неожиданно вот так вот спонтанно выйти, это вообще, ну, не знаю, каким надо быть фокусником, чтобы это сделать. Кашпировский, мозг передает сигнал, 100 тысяч человек. Да, это вообще невозможно. Надо организованно действовать, организованно создавать ячейки только из доверенных людей, которым вы доверяете. А чтобы создавать ячейки, надо быть убедительными, надо иметь навыки, знать программы, все объяснять, как бороться, отстаивать свои права, знать законы. Ну, в общем, надо бороться, а внезапно ничего не получится. Чтобы внезапно 100 тысяч человек собрать на митингах, ну, давайте посчитаем, это нужно быть как минимум по 2-3 тысячи ячеек в каждом городе. В Алмате, в Астане, в Шымкенте, в таких городах, ну, чтобы собрать такую массу. Так что внезапно ничего не будет. И когда вы делаете то и свадьбы организовываете, ну, даже если просто зовете куда-то там сходить в горы, вы же заранее объявляете, говорите, собираете людей, там, организовываетесь. Даже если будете строить дом, вы объявление даете. Спонтанно, никому ничего не сказав, ничего не получится. Вы будете... сами по себе, никому ничего не говорите и сами по себе действуйте. В одиночку пройдет, но даже кыргызы там приводят пример. Кыргызы 20 тысяч человек пишут в Бишкеке. Внезапно 20 тысяч человек не может.
никто не выйти. Это дается обязательно форма контакта, объявление, у них есть лидеры. Это при этом спецслужбы, конечно, будут об этом знать. Это невозможно, 20 тысяч, даже 20 тысяч человек внезапно. Щелкнул пальцем, и 20 тысяч побежали, внезапно начали двигаться. Ребята, это несерьезно. Ничего внезапно не бывает. Заранее готовится, дается объявление в социальных сетях, должен быть штаб, целая группа активистов, все должны скоординированно действовать, двигаться в одно место, действовать сообща, скоординированно. Внезапно это не бывает. Три человека, если знают, автоматически КНБ знает, автоматически. Да. Другой вопрос, что мы занимаемся законной деятельностью, в рамках закона у нас разрешены и митинги, и забастовки, и все прочее. Другой вопрос, что режим не дает нам это делать, нарушая сам закон. Поэтому мы должны делать все, планировать, а не внезапно. Так это не работает. Да, надо организованно действовать. Так, здесь поднимает руку Шокан Батырхан Улы. Разрешить говорить. Вы можете подключить микрофон и говорить, если есть идеи или вопросы. Да, уважаемые друзья, наш эфир проходит в Телеграме в Активист ДВК. Вы можете, если сидите в Телеграме, зайти по нашей ссылке и задавать вопросы в прямом эфире. А также вы можете оставлять комментарии под это видео. Я Шокан. Ассаламу алейкум, Мухтар Кабулович. Заманбек, Елдос, қалдарыңыз қалай? Конечно, енді түсініп тұрмын, кделу, жұмысқа келетін болсақ, 4 жылдан бері көптеген шаруаларыңыз атқарып жатсыздар. Расында да мен көзім көріп отыр. Жас қазақ болсам да, бірақ то есть өтіп жатқан нәрселерді как фильм дегендей болып жатыр. Жасыңыз нешеде? Жасым 30-ға дейін. Түсінікті. Ага. Дәл қазіргі уақытта әрине елдің жақсылығын көріп жатқан адамдар бар, енді 100% емес, бірақ нашар көріп жатқан елдің жақсы, то есть мемлекеттен жақсылық көрмей жатқан адамдар осы жерге жиналып жатыр да, то есть проблемасы бар адамдар. А проблемасы жоқ адамдар онша келе бермейді. Ең бұл процесті, то есть мен сіздерге ұсынатыным, сегментке бөлу керек та бұл нені процестің бәрін. Например, бізде қандай аудитория бар? Бірінші, екінші, үшінші деп. И оларға ячейканы ақырындап жасау. То есть сознаниядан бастап жатсыздар, мен оның бәрін түсінем. Сіздерге келі бер елде көп деген өзгерістер болды, оған конечно қуанады, бүкіл адам қуанады. Бұл мемлекет үшін қанша адам бар и кейін болады. Например, мемлекет үшін мен де немесе кез келген адамның аты маңызды емес, ол адамның істеген ісі маңызды да. Кім болса да ол, мысалға Назарбаев болса да, Мұхтар Қабылович болса да, немесе басқа кісі болса да, халыққа ешкім разницасы жоқ. Просто ол адамның ісі, действиясы, пайдалы жасап жатқан игілігі солысымен қалады. Соған байланысты, сіздерді қазір өзгерістер, конечно, жақсы жасалып жатыр. Именно соңғы процестер есіп жатсақ, енді арандашылушылық емес, по факту онлайннан көріп отқаннан кейін, көріп отырмыз, данныйларды беріп жатыр, белгілі бір ақпараттар кетіп жатыр, оны просто ашығында да біз білмейміз ғой не болып жатқанын. Халық иллюзияның ортасында, қай жақ дұрыс, қай жақ бұрыс білмей жатыр да, и бізде политический грамотность тоже жетпейді, законодательный уровеньде де тоже жетпейтін адамдар көп, жай қарапайым халық емес, бизнесмен өкілдерді жақсы біле бермейді заңды. Соған байланысты ұсынатыным, заңдық тұрғыдан, финансы тұрғыдан сіздер бір программа деп айтпаймын, кәне образовательный бір платформа ма, сондай бір ұсыну керек сияқты сіздер тараптан. То есть именно біздің рамках закона, рамках именно біздің Қазақстан деңгейінде, сонда халыққа сіздерге жақын болады, задыны түсінігі кеңейе береді. Түсінігі кеңейген адам ешқашан қорқпайды. Түсінігі аз адам всегда қорқа береді. Сосын, және последний бекітетін нәрсе, бағана жоғарыда айтып өткенде, ел үшін кім болса да маңызды емес, просто оның действиясы, именно ізгі істер істеуі, мемлекетте болып жатқан процестерді халықтың интересіне байланысты жасай алса. Шоқан, айып етпесеңіз, сіз толық етер предложениеңізді айтып берсеңізші. Мен просто сіздің айтқаныңыздың біраз сөзіңізден тыңдап отырып, бір, екі, үш слойға бөлу керек бірдеңе дедіңізді. И түпкі мағынасын түсіне алмай жатырмын сіздің идеяңыздың. Не істеуіміз керектігін біздің. То есть екі идея ұсындым. Бірінші, сегментке бөлу керек деген, то есть сізде қандай аудитория бар, қандай халық бар, кім тыңдап жатыр, сіздерге кім шығуы мүмкін, кім келуі мүмкін, соған байланысты бірінші идея, екінші идея. Біз оларды қалай бөлеміз? Сегмент болғанда қалай бөлеміз? Біз ешкімді танымаймыз. Бізбен хабарласатын жаңа телеграм-чат, телеграм.
содан кейін біз айтамыз, бізге шығындар ішегі болса, 5 адам штабқа байланысу керек. Сонымен сол адамды сөйлесіп, бір поручение задание береміз. Не істейтін, қалай митингке шығатын. Сонда оларды қалай сегментке бөлеміз? Сен қай жерде жұмыс істеп жүрсің, жұмысың бар ма, жоқ па деп, содан кейін классификация жасайды, сегментке бөліп, оны не алам, соны жасады. Дұрыс айтып жатсыз. Регионға неге өздеріңіз бөлдіңіздер ғой, 5 регионға. Оның бәрі не жасап жатыр, просто аяқсыз қалып жатқаны, сіздерде командада адамдар аз болуы мүмкін де, и финансовый жағынан да тоже қиындықтар болуы мүмкін, потому что үлкен машинаға, былайша айтқанда, мемлекеттегі машинамен күрес жүргізу оңай нәрсе емес, оның бәрін 100% бәрі біледі. Енді мына жерде айтып отқан сегментке бөлу керек деген, просто данныйларды алу сіздердің қолдарыңыздан келмеуі мүмкін, халық бермеуі де мүмкін де, это 100% нәрсе. Бірақ максимально, то есть бағана образовательный программалар арқылы халыққа жақындасаңыздар, игі болатын еді. То есть, енді ұсыныс образовательный болатын қандай программа болады? Финансовый образование, мысалы, халыққа қазір керек финансовый образование, адамдар өздерінің құқықтарын талап етуге байланысты заңдық программа, например, қазір ДВК-ның бір бағыты тек анаксының ізіне түсіп алып, ол нашар деген бір однотонный информациямен кеткен кезде адамдар қалай мүмкін да? Онда сіз білмейді екенсіз. Бізде мен жаңа ең алғаш рет айтып едім ғой, ел досы айтқан. Біздің программалар бар. Программа политический реформ, содан кейін басқа программа. Саяси, экономикалық, әлеуметтік программалардың барлығы қарастырылған. Несиелік амнистияға дейін біз барлығын бөліп тастаған болатынбыз. Сонымен қатар баспана проблемасы біздің Қазақстандағы. Оның өзін мысалға алып қарайтын болсақ, адамдардың бір жеке бір категориясын көреді. Баспанасы жүрген адамдар қаншама. Ол жағымыз тоже көтерген болатынбыз. Енді жаңа айтып жатқан образовательный программа дейсіз, біз бұл жақтан парламенттік жүйе жағын түсіндіріп өттік. Президенттік басқару жүйесі мен парламенттік басқару жүйесінің қаншалықты бір-бірінен айырмашылығы бар екендігін. Сонымен қатар айтып жатырсыз жаңа Шоқан, Қазақстанның ішінде қателеспесем, жаңа мен сіз дұрыс түсінген болсам, Қазақстан билігіне қатысты қалай дедіңіз, Қазақстанның ішінде көтерілу қажет дедіңіз, иә? Сегментке бөлу деген, то есть категория, классификацияға бөлу керек. Например, жастардың проблемасы сіздер мен білем, сіздер жасап отқан нәрсені түсініп отырмын да, идеологиясы жақсы, бәрі ұнайды. Просто сөз жүзінде де, то есть бумажка и сөз жүзінде, а іс жүзінде жасау үшін халыққа қалай жақын болу керек? Қазір мысалға Қазақстанда актуальный нәрсе ол образовательный сфера. То есть именно живой адамдарға керек знаниялар на продаже. То есть сіздер соның орнына хотя бы нормальный мықты кісілерді жалдап бесплатно жасасаңыз, то есть сіздерге жақындай береді, бұлардың қолына іс келеді деген мағынада. Конечно, мен оны не істемеймін, конечно, күлгілі де болуы мүмкін, бірақ это факт бұл просто. Соған ондай адамдарды жалдау примерно қанша кетеді деп ойлайсыз? 20-30 мың доллар кете ма? Оны нақты есептеп айта алмаймын, просто YouTube деген қазір мировой гигант бар, соған салып ақырындап үйрете берсе болады. Конечно, ол аудитория жина оңай емес. Отырған жаңағы образовательный процеске айту керек, адамдарды жалдау керек деп жатсыз. Жарайды, жалдау үшін адам табу керек. Оны айтатын Назарбаевтың системасына қарсы ашық сөйлейтін адам керек, иә? Біріншіден, кейбір адамдар білімі сауаты жақсы болса да, Назарбаевтың системасына, Назарбаевқа қарсы ашық шығуға қорқады. Екіншіден, оларға жарай табылды делік адам, табылған күннің өзінде мысалы ол сұрайды, маған айына 10-20 мың доллардан бері дейді, қайдан алып береміз ақшаны? Ақша жоқ қой. Расында да дұрыс айтты, өте өзекті сұрақ. Мен айтып жатқан ұсыныс қой енді, оны талқылап процестің барысында оның бәрі анықталады, сіз айтқандай. Енді барлығымыз қазір енді осы эфирге соны талқылау үшін шақырып отырмыз ғой барлығыңызды. Осында қосылып отырған, эфирге қосылған адамдардың барлығын Назарбаевтың режимін өзгерту үшін не істеуіміз керек, келіңіздер талқылайық деп отыр. Міне сізбен талқылап отырмыз. Сіз айттыңыз, адам жалдау керек дейсіз. Жарайды, адам таппады, оған ақша керек, ақшаны қайдан табамыз? Уже сіздің қазіргі ұсынып отырған идеяңыз уже провальный болып тұр да. Провальный емес, мен просто, мен до конца бара алмай тұрмын да, шын айтқанда, мен ашық мойындаймын, мына жерде жалған сөйлеп отырмын, просто до конца бара алмай тұрмын, мен бара алмай тұрмын, басқаны айтпаймын. Енді екінші сұрақ, ол қазір Серікжан Біләш деген ағамызды түсіндіріп жатыр, просто астына реквизиттерін қойып қояды, соның түскен қаржыдан жасап жатыр да, енді понятное дело, енді дұрыс қой, халықтан түсіп жатқан.
Бірақ целым алған кезде осы просто рабочий нәрсе ретінде мен ұсынып жатырмын да. Конечно, на жерде менен де үздік идеясы барлар бар, просто айта алмай отыр, потому что ізіне түсіп кететін адамдар бар деп. Расында да солай болып тұр ғой, факт бойынша да. Сейчас үзілді. Енді ары қарай жүрейік. Мында комментарий жаз, я сейчас зачитаю. Я Рахмет Шохан сізге. У меня микрофон заглючил. В общем, я вам скажу, что народ, как бы грустно это ни звучало, перестал воспринимать всерьез все наши разговоры о наших планах. Про то, что режим ограничивает нашу свободу слова. Простыми словами, народ остыл. Для того, чтобы люди заново очнулись, возможно, потребуется еще время. Для того, чтобы свергнуть правительство, потребуется куда больше энергии, чем сейчас. Так-так. Живу среди народа, потому что я сам народ, так что предлагаю изменить подход. Для того, чтобы совершить переворот, нужны люди. А люди, как я уже говорил, им все равно или боятся. Возможно, это кажется странным, я предлагаю воздействовать на людей с творческой стороны. То есть музыка, различного рода клипы, там дорогостоящие проекты. Для этого требуется немножко потратиться. Это во всяком случае лучше, чем одни видеообращения. Вот такой вот комментарий пишут. Нашей стороне. Ну, потратиться. В общем, нам предлагают стать Голливудом. Да. Песни, танцы, пляски. И деньги нужно откуда-то взять. Ребята предлагают реальные вещи. Фантастика, чтобы мы превратились в Голливуд, это нереально. Вы сами говорите, нужно потратиться. Ну вот, попытайтесь сами это сделать. Хотя бы маленькую развлекательную передачу сами сделать, и вы поймете, что требуются ресурсы, люди. И это не выход. У нас деятельность политическая. Развлекательная – это вот Голливуд. Есть специальные группы, которые занимаются развлечением. И вообще, мы же не можем людей вести на перемены в жизни. А для того, чтобы это объяснить, мы должны то и проводить танцы, пляски и так далее. Это очень смешно. Если людям нужны перемены, они участвуют. Если им не нужны, они идут на то. Вот. Те люди, кто хочет на той, они должны идти на той. А они не наши сторонники. Коротко. Да, рахмет. Ахмат, сіздің микрофоныңызды қостым. Микрофоныңызды қосып, ары қарай сұрағыңызды қоя берсеңіз болады. Ахмат. У нас идет репортаж параллельно на YouTube, на канале Мухтар Аблязов. Я вот все время здесь читаю вопросы. Ну, я думаю, что если кто готов голосом, а кто нет, может писать здесь же и в Telegram, и в YouTube. Мы здесь читаем, параллельно смотрим и ответим на вопросы тоже через YouTube. Я, құрметті көрермендер, өздеріңіздің пікірлеріңізді YouTube-те Мұхтар Аблязов каналында тікелей эфирдің астында қалдырып отырсаңыздар болады, сұрақтарыңыздың барлығын оқитын боламыз, сонымен қатар тікелей эфирде жауап аласыздар. Ал егер де дыбыстап тұрып сұрақтарыңыз қойғыларыңыз келсе, Telegram Messenger активист ВКонтакте чатына кірсеңіздер болады. Ахмат бізде әлі қосылған жоқ, иә? Я қоса алмады. Мында YouTube-та комментарийларды оқып отырғанмын, сұрақтары болса, қазір осында оқиын деп. Та, арасында бізге сұрақтар түсіреді ғой. Сейчас вот зачитаю. Солдаттар керек. Иә. Иә. Солдаттар керек, ақша таратайық. Раздайте деньги, миллиарды. Пусть люди выйдут, поддержите финансово деп. Вот пишут такое, может, хватит уже ограничиваться постами в Фейсбуке. Даже среди моих знакомых мало кто сидит в Фейсбуке. Делайте уже что-то конкретное. Подключите опытных людей, которые могут поднимать большие демонстрации и так далее. Но сколько можно писать? Надо уже действовать. Смените тактику, Казахстан скатывается в катастрофу. Ну вот смотрите, интересно. Сделайте что-нибудь. То есть человек сидит где-то в сторонке, говорит, сделайте что-нибудь, все плохо. Найдите людей, кто сможет организовать митинги. Найдите. То есть кто-то что-то должен сделать. Вообще перемены нужны всем. И если вы хотите перемен, вы должны сделать свой вклад, а не ждать откуда-то, что кто-то что-то сделает.
Ну, найдите и попробуйте этих агитаторов. Ну, найдите, попробуйте. Вот я, этот человек, который мне написал, я задал вопрос, а у вас есть ячейка? Он говорит, нет. Вы выходите на митинги? Нет. Мы боимся. Я говорю, а тогда кто будет делать? Кто? Ну, найдите. Понимаете, вот все ждут, что кто-то там, какой-то Бэтмен придет, сделает. Ну, заплатите им деньги. Ну, хорошо, а где взять деньги? Допустим, мы говорим, нужно 200-300 тысяч человек. Ну, то есть люди делают предложение, стоят в стороне, сделайте что-нибудь, ура, там, вы сейчас можете. Или говорят, вот катастрофа. Слышите, да? Как могут быть перемены, как эти люди хотят перемен, если сами не хотят создать ячейку, они боятся. Не хотят выйти на митинг, они боятся. Нам требуется поддержка финансовая. Я делал много обращений для поддержки гражданских активистов. Безусловно, есть кто поддерживает, но это недостаточно. Как будут перемены, если люди хотят, чтобы эти перемены сделал кто-то другой? Вот вам ответ. Но когда говорит, хватит в Фейсбуке, мы в определенные дни назначаем дату проведения митинга. Для того, чтобы это было сильно и организовано, еще раз повторяю, нам нужны команды на местах. А команды – это ячейки. А если люди не выходят на эти массовые митинги, то тогда как наш штаб, небольшой, малочисленный, может организовать многотысячные митинги? Как, скажите, если вы не выходите? Наша задача организационная, мы организаторы. Мы объясняем, почему этот режим плохой, мы показываем, какая система правильная. Мы озвучили программы, мы говорим, какая будет страна в будущем. Мы показали ориентиры, мы принесли вам массу, миллион доказательств. Мы говорим, что в нашей стране денег много, они просто разворовываются. И те заработные платы, которые мы озвучиваем, многократно превышающие нынешние, они будут буквально на следующий день, как правительство придет демократические выборы Казахстана к власти. Все это мы озвучили, программы и так далее. Если при этом люди не выходят массово на митинги, что мы можем сделать небольшими силами? Скажите, что? Поэтому все упирается в сам народ. Да, извините, пишут. Только силой, вооруженным путем можно свалить диктатора. Все революции делаются кровью. Например, мирные стычки, забастовки 1905 года после разгрома русско-японской войны ни к чему не привели. Тогдашние карабеты рубили и стреляли мирных людей. А вот революция 1917 года состоялась благодаря неудачной войне и тому, что народ получил оружие в руки. Если придут талибы, народ даже с ними не будет воевать, ведь все и сейчас терпят диктатора. А вот многие охотно перейдут на сторону талибов. Вот чего боится Массанджор и поскорее сливает свою страну Путину. Пишут такое. Люди тут боятся выходить на мирные митинги, а тут говорят за то, что прям силовыми стрелялись, в руки оружие взяли. Не, ну вот смотрите, кто-то предлагает силовые. Ну, допустим, давайте послушаем это предложение. Что значит силовые? Здесь какие-то люди вооруженные, тысячами, должны прийти и взять штурмом. Какие? Вот кто? Что за люди? То есть люди делают предложение, сами даже не знают его продолжение, как его реализовать. Это как? Нужно, чтобы армия пришла с оружием. Идите, попробуйте, сагитируйте. Попробуйте. Потом говорят, что некие недовольные генералы. В нашей стране коррумпированные генералы, они все живут очень хорошо, богатые, и все свои богатства они получили благодаря коррупционной системе Нурсултана Назарбаева. Их все устраивает. Почему генералы должны идти на заговор? Ну для чего? И потом, если у вас есть такие генералы, идите и сделайте. То есть надо делать предложения, такие, которые рабочие. Я вам скажу следующее. Есть понятие банановая революция. И что такое банановая? Это терминология из африканских стран. Когда какой-то капитан или, там, не знаю, сержант собрал группу военных, пошел сверх действующего руководителя страны. Остальные наблюдают. Потом через несколько месяцев пришла другая группа с броневиками, опять их свергла. То есть получается, что власть переходит из рук в руки,
от одной узкой группы людей к другим. Народ здесь вообще никак не участвует. Но что тогда ожидает народ? Если они никак не участвуют, не борются за свои права, значит, все богатства страны будут попадать в руки те, кто взял власть. Ну, народ же ни при чем. Ну, почему они должны народу что-то раздавать? Почему вы думаете, что какой-то миллиардер будет раздавать свои миллиарды? Зачем, если ему так хорошо? Если вы за свои права не боретесь. Хорошо. Вот эта узкая группа пришла к власти, они вместо Назарбаева будут также вести такую же политику. Грабить вас, выплачивать вам ничтожную зарплату, на митинги вас не будут опускать, будут избивать, и вы ничего не получите от этой группы, абсолютно ничего. Вы получите только тогда, когда миллионы будут бороться за свои права, когда доходы государства, которых много, миллиарды, они будут пропорционально перераспределяться среди всего народа, потому что весь народ борется за свои права. А если он не будет бороться, это миллиарды попадут в карманы тех, кто во власти. Ну, кто-то говорит, надо нам кыргызов пригласить. Хорошо, приехали сильные, тысячи киргизов взяли власть. Так страна будет им принадлежать. Почему? Потому что миллионы молчат, эти тысячи человек будут делить доходы миллиарды между собой и будут счастливы. А вы скажете, мы не позволим. Ну да, конечно, старику одному немощному Назарбаеву позволяет грабить 30 лет страну, а вот придут кто-то не позволит. Или говорит, мы не позволим Дариге. Как вы не позволите? Старик сидит у власти, Дарига придет, то же самое, вся система в ее руках. Чего вы решили, что вы Дариге не позволите? Вот когда реально люди во всех регионах страны будут массово участвовать на митингах, политических процессах, добиваться смены режима, бороться за свои права, да, тогда эта власть, государство будет работать на всю страну. А если власть возьмет узкую группу военных, это будет военная хунта, как вот в Мьянме, Чили было, Пиночет пришел, военная хунта к власти. Вот все богатства страны будут они делить между военными или между узкой группой людей, которые захватили власть. И поэтому мы говорим, до тех пор, пока наши граждане массово не будут участвовать в политической жизни страны, никакие богатства в ваши карманы не попадут. Понимаете? И все эти слова о том, что вот некие военные, какие военные, фантастические фильмы рассматривают. Вот там в какой-то африканской стране военные пришли к власти. Вот им и достанется власти богатство, а не народу. А народ будет только смотреть, как власть меняется туда-сюда между группой сержантов, лейтенантов и капитанов, и все. Больше ничего. Так было во многих государствах. И единственный способ, почему мирно происходит смена власти, потому что власть будет парализована, потому что эти полицейские, они представители, члены семьи, вашей, соседей, и они тоже живут там, получают ипотеку, невысокую зарплату, участвуют в коррупции. Они будут знать, что жизнь их резко изменится, зарплата в 3-4 раза увеличится после смены режима, а эти деньги сейчас воруются режимом. Тогда они не будут воевать против своего народа, когда увидят сотни тысяч на улице. А так пришли с броневиками, взяли власть, потом их кто-то убрал, а мы стоим, наблюдаем. Не будет подарка, никакие миллиардеры, никакая так называемая мифическая элита, никакие так называемые генералы не будут вам ничего делать, если вы этого не хотите. Вот и все. Да, надо самим активно действовать, организованно и интересоваться политической жизнью в стране. Давайте вопросы. Андрей Матрей, вы можете включить микрофон и задавать свои вопросы. Добрый день, уважаемый Мухтар, уважаемые участники. Здравствуйте. Я с Украины. Наблюдая за вашим организационным процессом, что у вас происходит в Казахстане, потому что очень интересно, действительно, каким образом люди смогут самоорганизоваться. Как вы знаете, у нас в стране тоже не все так гладко и хорошо, как хотелось бы. Вот. Правят олигархические кланы, и поэтому мы точно так же хотим изменений. Я хотел бы вам предложить, так как у нас есть уже опыт по проведению организационных мероприятий массовых, выстраивать роевую структуру и начать обучать людей.
Вот то, что вы сказали, там пятерки, да, это на низовом уровне, но должны быть координаторы. И ну, я не буду занимать эфир, если будет интересно, можно отдельно об этом поговорить. Андрей, вы просто, наверное, многое не знаете. У нас то, что вы сейчас озвучиваете, координаторы, руководители на местном уровне, это все продумано, прописано, существует масса эфиров. Мы, конечно же, и опыт Украины тщательно изучали. Я вообще даже целую делегацию отправлял еще в 2004 году, когда оранжевая революция была в Киеве, в частности. Вот. И наш штаб находится в Киеве. У нас новостной блок пишут, работают украинцы. Я думаю, для многих это не является секретом, открыто говорим. Поэтому все, что происходит в Украине, мы все знаем. Все методы борьбы, организации, как вы говорите, как это выстраивать, мы не то что знаем, мы это описали. У нас это как методологически все описано. Вот. В отличие от Украины, когда все это двигалось спонтанно, у нас это все прописано, потому что у нас есть возможность использовать опыт Украины, Армении, любого другого государства. То есть у нас методологически все это прописано. Мы вам можем дать ссылки, вы можете послушать, почитать и... Так что у нас все это есть. У нас сейчас вся проблема в том, что режим активно репрессирует в Украине. Никогда такого не было, ни при какой власти. Ну, в частности, я лично знал вашего мэра Мельченко, который в 2004 году вместе с протестующим стоял на площади. Но у нас мэр только одно слово скажет, что-нибудь против режима, он, я думаю, часа не продержится, он будет арестован. Поэтому у вас в Украине абсолютно другая ситуация была, у вас было больше свобод, не потому что ваше руководство было хорошее, а потому что у вас люди более активны, что выходили на протесты. Ну, я много раз в Киеве был, бизнес вел, я это знаю. У нас немного другая ситуация, у нас режим жестче и народ более пассивный. Ну, это почему, это целая история, нужно возвращаться какие-то объяснения исторические, у нас в этом смысле сложнее, чем у вас, потому что люди у нас неактивные по сравнению с украинцами. И был период, когда говорили, вот вы хотите, как в Украине, запугивали те процессы, которые происходили в Украине, их интерпретировали, негативно выставляли, и немало людей, кто еще боится так называемого Майдана. Все у вас происходит благодаря вашим людям, более активным, более энергичным. И, конечно же, то, что вы не в полной мере довольны итогами последних выборов, ну и не то, что выборов, а именно результатами, скажем, деятельности нынешнего президента, это понятно. Это, кстати, всегда происходит, какой бы ни был президент, всегда будет недовольны. Но у вас есть главное. Президента вы избрали сами, он получил подавляющее большинство. У вас люди активны. У вас все равно реформы идут, даже там при давлении со стороны Путина и другие проблемы. Вы двигаетесь вперед, и сейчас идет накопительный процесс. Если действующий президент не в полной мере соответствует вашим пожеланиям с точки зрения политической квалификации, знаний и так далее, следующий президент, безусловно, будет лучше. У вас идет процесс, а мы находимся в другой ситуации. Вот нужно это понимать. Спасибо. Жақсы, рахмет. Олай болатын болса, келесі сұрақтың кезегі бұл жерде қолын көтеріп отыр екен. Еркебол, микрофоныңызды қосып, сұрағыңызды қоя берсеңіз. Сонымен қатар нөмір жазылған 8555. Қайсыңызда микрофон қосылады, сұрақтарыңызды қоя берсеңіздер. Әзірше жауап жоқ, оғанға дейін жауап бергенше мұнда YouTube-тегі бір комментарийді оқып өтсем. Я, Мұхтар Әблязов, үкімет өзгерген жағдайда коррупцияны қалай қойғызбақшысың? Бұл қазақтың қанында бар. Қанын алмастырасың ба, қасына алаяқтар қырып кетпей ма, таза әділ үкімет болады деп сенесің бе дейді? Я здесь сразу переведу вопрос. Здесь мне говорят, что как ты, Мұхтар Әблязов, собираешься бороться с коррупцией, что якобы коррупция в крови казахов. И, ну, коротко смысл, я скажу следующее. С коррупцией бороться легко.
Мы говорим, что должна быть свобода слова, пресса свободная. Мы говорим, что судебная система, они сейчас подчиняются Назарбаеву, она должна быть независимой, судьи должны избирать народ. Мы говорим, что власть должна быть подконтрольна народу, акимов нужно избирать. И вот тогда, если кто-то будет заниматься коррупцией, люди его сами проявят, покажут, пресса к нему в постель залезет. Не то, что там где-то он отдыхает, какие-то деньги тратит, в постель залезет пресса. Вот так работает это на Западе. Тогда люди просто будут знать, ты сделал что-то неправильно, тебя сразу разоблачат и посадят в тюрьму. Сразу. Потому что суды не работают по команде сверху, они работают по закону. Следственные органы, они тоже будут работать по закону. И если следователь будет работать плохо, если суды будут работать плохо, тысячи людей выйдут на массовые митинги, а сейчас наши люди не могут бояться, боятся власти, хотя по закону это их право. Вот когда такая система будет, тогда коррупция будет устранена очень быстро. Вы же знаете, вот в Японии там мэр Токио уходил, что когда его обвинили, что он использовал машину, там поехал куда-то съездил или позавтракал на $25. У нас миллиардами крадут, миллиардами при этом режиме. И нет коррупции в крови казахов. Это система политическая. Когда будет конкуренция, прозрачность, когда все будут знать, что коррупционер будет наказан, что судьи не будут работать по заказу, а по закону, тогда все изменится в один день. Вот. И все это разговоры, ментальность. Я по этому поводу все время говорил, когда Назарбаев говорит, где я вам возьму там 20 миллионов американцев, говорят, что они знают, что такое демократия. А у нас казахи вот такие не знают. Очень просто. Вы пользуетесь интернетом, вам ментальность не мешает. Летаете на западных самолетах, ментальность не мешает. Живете, пользуетесь мебелью западной, а у нас, собственно, не производится. Ментальность не мешает. Лекарственные препараты, ментальность не мешает. Поставить оборудование, торговые центры, даже оборудование, которое производит макароны, ментальность не мешает. А вот западную систему управления, оказывается, вдруг почему-то нам мешает ментальность. Это все ерунда. И насчет коррупции в крови казахов тоже ерунда полная. Вон арабы, посмотрите, только в нефть 60-х, 70-х годах нашли, взлетели одни из богатейших сейчас, да? Потому что они правильно начали использовать ресурсы государств, систему управления, все западное абсолютно, кроме того, что они, правда, владельцы страны, группа шейхов. Вот. Поэтому, если отсталые арабы, которые несколько десятков лет назад ездили только на верблюдах, в пустыне у них ничего не было, сумели стать одним из богатых стран, то наша страна, которая опережала их тогда и сейчас, на самом деле мы более образованные, у нас потенциал многократно больше, чем у любой арабской страны. У нас и нефть, газ, золото, уран, чего только нет в нашей стране, и природа шикарная. Поэтому насчет, что это в крови, коррупция ханус-даг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 
а вас оболванивает. Мы такие же люди, руки, ноги, голова. Мы все одинаково рождены. Другой вопрос, что нам нужно лучше образовываться и осознать. Мы можем сделать. Мы ничем не уступаем любым другим народам. Когда мы это осознаем, мы сделаем. Понимаете? Нам не нужно ориентироваться, говорить, ой, мы там, нас Китай может съесть, вот нас Россия съест. Это, скажем, люди слабые, которые не в состоянии чего-либо добиваться, выросли, что или мама, папа за ручки ведет, или сосед ведет, или вот должен Ельбасы вести, или Аллах должен что-то сделать, не в этой, так в другой жизни. Это люди-импотенты, я так скажу. Когда мы станем самостоятельными людьми, когда сами сможем принимать решения и будем готовы выстраиваться и строить государство сильное, как независимая нация, тогда у нас все получится. А сейчас мы как это, беспомощные люди, все время по сторонам глядим, кому бы прижаться, кто бы нас за собой потащил, кто бы за нас поработал. Вот от этого надо избавиться. Нет ничего, никакой коррупции в крови казахов. Это ерунда полная. Не стоит ждать Бэтмена, как говорится. Да, все сами должны сделать. Угу. Да, Маржан, 2018. Ерке Бол. Микрофондарыңызды
қатысып, сұрақтарыңызды немесе идеяларыңызды айта берсеңіз болады. ККК. 3К. Алло? Да, да, слышно. Да, слышно. Здравствуйте, Мухтар Кабулович. Я очень рад, что вы вышли на новый формат общения. Давно не выходили. Очень давно даже. Я этому очень рад, что вижу вас. У меня будет более вопрос. Хотел бы спросить. Вы меня слышно? Да, вас хорошо слышно. Мухтар Кабулович, вот как вы считаете, вот эти вот, вот вы говорите, среди ячеек может быть агенты КНБ? Я вас правильно понял. Могут они вас подталкивать к проведению какой-то определенной дате к митингу? Чтобы вы назначили митинг, тем самым выявить реальных активистов, которые выйдут. Ну, не подготовленный митинг там, в течение недели, там будут вас торопить и так далее. Это раз. Во-вторых, они, можно сказать, один выстрел могут застрелить двух зайцев. И также они покажут свою работу, в-третьих, они начинают подрывать, ну, давину, что митинги у нас не получится, как бы так. Ну и предыдущие, бывшие митинги и в будущем. Как вы это можете прокомментировать? Смотрите, даже не может быть такое, а я вам скажу, это и есть. Ячейки у нас их есть, какое-то определенное количество есть, и в этих ячейках даже вчерашние нормальные гражданские активисты, бывают случаи, когда их перевербовывают. Но эти агенты, они остаются агентами в рамках своей ячейки. Они не смогут потащить за собой соседнюю и другую ячейку, потому что мы их между собой не знакомим. Ячейки 5, может быть, 10 человек. И если там какие-то проблемы будут, то только в рамках одной единственной ячейки. Поэтому мы говорим только из числа доверенных людей. Первое. Второе. Конечно, нас агенты могут быть, эти ячейки, убеждать в каких-то неправильных действиях, но я вам так скажу, мы же умные, я думаю, вы в этом уверены, и никто не сомневается, в том числе наши враги. Штаб у нас состоит из большого количества людей, несколько десятков человек, продвинутых, подготовленных, знающих ситуации. Мы очень умные. Когда мне кто-то пытается что-то такое ироничное сказать по этому поводу, я говорю, ну, вы же не говорите, что у вас три ноги и три головы, вы говорите ровно, что у вас одна голова, две руки, две ноги. То есть вы говорите факт. А я говорю факт. Мы очень умные. И именно поэтому режим борется именно только с нами, потому что знает, что у нас эффективные программы, и оппонентов еще не было ни одного, который бы сказал, что эти программы нереальны. Мы подготовлены во всех аспектах. Поэтому в этих ячейках, когда собираются люди, ну, скажем так, они, их уровень не соответствует нашему. Как они могут нас убедить пойти на неправильные действия? Тем более, что мы работаем со всеми регионами, с каждым в отдельности, с каждым городом. Мы проводим дискуссии, прежде чем определить дату митинга, тему митинга и место митинга. Понимаете? Это просто нереально. У них просто не хватит интеллектуального, организационного, другого потенциала, чтобы какая-то группа агентов могли на нас так повлиять, чтобы нас ввести в заблуждение. Это невозможно. Понимаете? Вот я ответил на ваш вопрос. Спасибо за ответ. Ну, я хотел бы еще раз уточниться. Ну, а может быть такое, что они, выведя на эти митинги, ну, выявят реальных активистов? Так, слушайте, все люди, которые выходят на митинги, они уже как бы реальные активисты. Ну, они, люди, которые выходят, они говорят следующее, ну, когда полиция держит. Ну, во-первых, я действую в рамках закона, который и Конституции, и в собственном законе говорит, что у каждого гражданина есть право выходить на митинги. Это безусловное право. Поэтому они потом не говорят, что я член ДВК. Мы всем говорим, не озвучивайте, что вы отношение к ДВК. Просто я решил прийти на митинг. В конце концов, вы можете сказать, что шел по улице, увидел, люди собрались, решил тоже присоединиться. Требования справедливы. Вот и все. Что они там выявят? Ну хорошо, выявили, что пришел человек на митинг. Они сейчас в последнее время даже не штрафуют, потому что идет международное мощное давление. Это конституционное право каждого человека. Возят на автобусе, отпускают. Вы знаете, таких примеров много.
или держит в полиции 3 часа, потом отпускает, даже протокол не оформляет. Потому что сейчас идет сильнейшее международное давление на Казахстан. Они все время летают в Брюссель, в Евросоюз, отчитываются, говорят, что нет, у нас митинги разрешены, без проблем. Вот выходят же, там специально для этих целей создали тетушку Мамая, Альтаева и там еще каких-то людей. Они изображают, что они выходят на митинг и там кого-то задерживают, но этих лидеров никто не трогает. Да? Вот их задача вот изображать, потому что Казахстан подписал международные договора, это обязательство, права человека. А если нет, то, соответственно, Евросоюз будет реагировать, они это понимают. Поэтому выявить вот так активистов, а за что их, в чем суть преступная их? Они действуют по закону, они не выходят с оружием, выходят на мирный митинг в рамках закона, ничего не нарушают. Ну, выявят, что человек пришел на митинг, и что? Сейчас митинг это стало уже реальностью, уже последние несколько лет, 3 года, митинг это стало уже обычным явлением. Спасибо за ответ. Да, надеюсь, спасибо, в дальнейшем будущем в таком формате будем общаться. Чакса, да, обязательно. Еркин, келеса, микрофон у нас хос, тура, айта верингас сурагыңыз. Тут я прочитаю тогда комментарий, то, что в нашем чате пишут. ФБК Навального делали опрос в интернете с вопросами, готовы ли они выйти на митинги. Вместе с тем, отмечая местоположение опрашиваемого, но без личных данных. Так, за 2 недели собрали 450 тысяч голосов. Возможно ли что-то подобное сделать и у нас? Пишут. Я хотел бы коротко прокомментировать. То, что ФБК Навального делали опрос и так далее, да, они собрали за 2 недели 450 тысяч голосов. Но сказать, что прям 450 тысяч эти люди, которые подписывались там, что они все вышли, там бывают и люди, многие не выходят. И то, что они делают в социальных сетях, создали такой портал и собирали без личных данных людей, которые готовы на митинг, мы это делаем, но у нас другой формат. Это формат в Телеграме, те же ячейки. Вот если у нас будут 450 тысяч человек, ну, это где-то десятки тысяч ячеек, да, 450 тысяч человек, которые организованно выйдут на митинг, без проблем собрать. Просто надо создавать организованное действие. Я здесь хотел бы добавить, мы вообще любим где-то по сторонам смотреть, и это хорошо, сравнивать и так далее. Первое, мы опросы по организации митинга давно сделали раньше, чем ФБК Навального. У нас чат-активист ДВК был период где-то 170 тысяч человек у нас там было. И мы там собираем сторонников. То есть у нас сторонники были закрытыми именами. Проблема возникла у штаба Навального, там программист слил данные, и ФСБшники как раз начали людей третировать за то, что они изъявили желание участвовать на митингах. Вы знаете, там один программист оказался предателем. У нас это было вообще решено еще в 2018 году. Мы тех, кто готов участвовать в борьбе против режима, объединили в чате активист ДВК. То есть то, что сделал Навальный, это, скажем, он отстал от нас далеко. Вопрос только в численности, я сейчас по этому поводу откомментирую. То есть 170 тысяч сторонников мы собрали. И вот люди, которые желали бы участвовать на митингах, они получали информацию и, соответственно, знали о месте проведения митинга, мы с ними это обсуждали и советовались. Ну, представьте, что почти 500 тысяч за 2 недели собрали, я вам скажу так, что на самых массовых митингах, которые проходили в России, было около 200 тысяч человек. То есть заявились 500 тысяч человек, а было всего лишь около 200 тысяч по всей России. В России живет около 150 миллионов человек. То есть 1% это 1,5 миллиона. Но если вышло всего лишь около 150-200 тысяч человек, это 0,1% всех россиян. Это вот вам реальность. Поэтому, когда вы говорите, что штаб Навального сделал, мы это сделали давно. Просто вам нужно наблюдать за нашей деятельностью. Второе. Мы, опять же, любим сравнивать с Россией. Давайте мы поймем, что есть у штаба Навального.
Во-первых, в России ну, был активный народ, более активный, чем наш. И не Путин добрый, а люди были более активны, которые выходили на митинги. Но в процентном отношении они даже 0.5% от всей страны не собрали. Это первое. Второе, тогда еще не было серьезных репрессий. Сейчас правительство Путина приняло решение, объявили фонд Навального экстремистами, и фактически они прекратили свою деятельность и покинули страну. То есть все, что это происходило тогда, когда они могли легально заниматься политической деятельностью. В нашей стране легальной политической деятельностью невозможно заниматься. Далее. Я в штабе очень часто по этому поводу комментирую. У фонда Навального нет программы. Вот приходит Навальный и говорит, голосуйте за нас, мы поменяем страну. Вопрос, какая страна будет? Ну, в России, во-первых, считается Федеративная Республика, где разные есть республики, Татарстан, Башкортостан и так далее. Какую систему политическую построит Навальный? Он должен был эту программу объяснить. Какое будет образование, какое будет здравоохранение, какую зарплату будут получать люди, какая будет национальная политика, чтобы вы знали, сейчас языки федерации, они носят факультативный характер. Как будут идти выборы? Ну, Навальный произносил всякие слова, хватит кормить Кавказ. Кавказ является субъектом федерации, это не Куба. То есть я считаю, что политический лидер озвучил ошибочные действия. Если бы, например, я бы говорил, хватит кормить Шымкент. Шымкент у нас дотационная считается республика, не республика, извините, область, и одна из беднейших. Живет там несколько миллионов человек, природные ресурсы большие, климат отличный, это должна быть богатейшая область. И она считается, субсидируется из центра. И вот я бы говорил, хватит кормить Шымкент. Что бы вы сказали? Покрутили бы около виска и сказали бы вот так, правильно? Ну, а Навальный говорил, хватит кормить Кавказ. А теперь Кавказ говорит, хватит кормить Навального в тюрьме. Понимаете? Когда политическая организация хочет построить сильную страну, нужно консолидировать нацию. Для этого нужна программа, говорить, как будет меняться страна, какое будущее ожидает, и все главные вопросы страны, устройство, международные отношения, соседними странами, язык, все должно быть открыто и прозрачно. Что сказал Навальный по Крыму? Крым принадлежит Украине в соответствии с международными договорами, которые подписала Россия в том числе. Они давали гарантии незыблемости границ. Что сказал Навальный? Ну, Крым это не бутерброд, мы не можем просто так решить. То есть я, при том всем, что поддерживаю Навального, в принципе, чтобы вы знали, я хочу сказать, что у нас в наших программах нет таких черных мест, неясностей. У нас ясная программа. Мы четко говорим, какие у нас будут международные отношения. Мы говорим, что будем строить независимую республику. Мы говорим, что мы выйдем из Евразийского союза, потому что она не выгодна нашей стране. Мы говорим, что в нашей стране не будет никаких ущемлений ни по национальному признаку, ни по этническому, ни какому. Мы практически нет вопросов, на которые мы не ответили и не озвучили программу. Мы говорим, какая будет заработная плата у бюджетных работников. Мы говорим в качестве примера балтийские страны, которые вместе с нами вышли из Советского Союза, у которых доход на душу в 3 раза больше, чем у наших граждан. При том всем, их невозможно сравнить по богатству, которое в нашей стране есть. У нас нет вопросов, которые мы бы не озвучили. То есть наши граждане прекрасно должны понимать, куда мы ведем страну. Понимаете? Поэтому, когда приводит пример ФБК Навального, вы посмотрите, сравните с тем, что звучит от нас. Мы ушли с точки зрения платформы, идеологии и так далее далеко вперед любой оппозиционной силы, которая есть на постсоветском пространстве. Любой абсолютно. Чего нам не хватает? Не хватает сейчас, чтобы наши граждане были активны. У нас время эфира подходит к концу, я хотел бы резюмировать на самом деле. Итак, нам предлагают, что вот 10 тысяч каких-то бойцов мифических должны пришли, взяли кокарде. Ребята, предлагайте идеи, те, которые рабочие. А рабочие – это тогда, когда вы сами это можете осуществить. Какие 10 тысяч бойцов? Это нереально. Потом нам говорят, вот раздайте миллиарды долларов.
как один там активист сказал, Мухтар, обращаясь ко мне, ну ты займи где-нибудь несколько миллиардов долларов, давай раздадим людям. Хорошо, давайте. Мухтар такой всемогущественный, Бэтмен, он может сказать, ну-ка, дайте мне 10 миллиардов. Ну вот представьте себе, кто-то с мешком денег выходит, например, в центре Астаны, говорит, все, кто на митинг, я завтра выйду с мешком денег и буду раздавать. Ну, во-первых, он не доберется, а его сразу арестуют. Во-вторых, он что, с каждым человеком будет подписывать договор? Вот если ты столько часов придешь на митинг, ты получишь, например, 1000 долларов или 10 000 долларов. А если ты не придешь, вернее, ну, человек взял и пропал, ну что, судиться будет? Этот договор будет с каждым, 100 тысяч человек договор будет составлять? Или он, как будет их находить, эти сотни тысяч человек, которые готовы на митинг? Будет по телефону с каждым общаться и говорить, что давай я с тобой договор подпишу, братан, чтобы ты меня не кинул? Понимаете? Это очень такое смешное предложение, очень наивное, очень смешное. Давайте мы будем говорить реальные вещи. А реальные вещи, суть, выглядит так. Уже примеры есть в Украине, есть в Грузии, есть в Армении, и таких примеров в мире много. Почему я говорю о том, что мирная смена режима? Потому что наша задача – собрать десятки тысяч людей в местах проведения митинга. Десятки тысяч. Как это можно сделать? Дать мощнейшую рекламу, собрать сторонников. Но сторонники просто так не приходят, мы должны их агитировать заранее. Длительный период мы должны убеждать людей сменить этот режим. Сейчас наступила ситуация, когда действительно люди уже понимают, этому режиму нет места в нашей стране. Мы должны построить свободную страну. Это люди понимают. Теперь что нужно сделать, чтобы сменить режим? В соответствии с законом, с Конституцией, выйти на митинги и знать, что когда нас будет много, этот режим ничего не сможет сделать. Вы осуществляете законные действия. Когда вы выходите с оружием, даже один, вас немедленно, как минимум, арестуют, а, скорее всего, пристрелят. И многие говорят, вот Жанозей, а как Жанозей? Ребята, никакого Жанозей не будет, если выйдут десятки тысяч людей. Где-то в Жанозей маленькая группа людей выходила, и там всего несколько сот человек просто стояли на площади, их просто расстреляли. И тогда наша страна, наши граждане проспали, они не выразили протест, массово не выходили. Поэтому режим почувствовал свою безнаказанность. Сейчас ситуация поменялась. Они нас боятся. Все эти изменения, выплаты, доплаты, какие-то изменения проходят только благодаря активности гражданских активистов, только благодаря тому, что мы организовываем эти митинги. Этот режим боится. И это видно, потому что каждый раз места митинга блокируются. Если не боялись бы, они бы не блокировали. Если бы они не боялись бы, они бы не держали больше года в группе, группу активистов в тюрьмах. Если бы они не боялись, они бы в Талактере под Астаной, где собралось 800 человек, из них почти 500 человек не репрессировали. Режим боится. А боится режим, если он, вы считаете, он сильный. Только сильных, слабых режим не будет бояться. Режим нас боится. Поэтому что нам нужно сделать? Организовать, чтобы в городах, во всех городах более-менее крупных вышли десятки тысяч людей. Потому что перемены, если нужны десяткам тысяч, они должны выйти на эти протесты. Завтра доходы государства будут перераспределяться всем гражданам, если будут выходить десятки тысяч. Если власть возьмет один человек, то все доходы он и проглотит, а народ будет также сидеть. Что при Назарбаеве, что при Назарбаеве 2 и так далее, так же. Если вы хотите лучше жить, вы должны участвовать в политической жизни страны. Что нужно для этого? Не ходить по базарам, не ходить по каким-то микрорайонам мифическим, стучаться незнакомым людям. Только надежные 5 человек выходят на штаб. Мы в каждом городе создаем такие ячейки, и затем мы организованно выходим. Мы не боимся. Да, режим будет знать, когда будет митинг. Да, режим знает о наших намерениях, все знает. Но когда нас будут сотни тысяч, режим ничего не сможет сделать, потому что всего 30 тысяч полицейских по всей стране, способных защищать этот режим, из которых 3 тысячи в Астане, 3 тысячи в Алма-Ате и по 1000 в регионах, в областных центрах. Все, режим слабый. Если какие-то талибы в каком-то Афганистане, где-то через несколько государств у нас начинается паника, вы же понимаете, что там талибы, там несколько десятков тысяч человек.
У нас государство почти 20 миллионов человек живет. Если мы каких-то мифических талибов боимся, значит, мы слабые. Государство слабое. Это государство слабое, кем возглавляется? Ну, султаном Назарбаевым. И мы, а мы народ, нас миллионы. Нам нужно только объединиться в ячейке, координированно действовать, выходить на штаб. Единственный путь мирным путем массово выйти и сменить. Никаких там 10 тысяч солдатов не будет. Никто вам миллиарды раздавать не будет, потому что люди возьмут эти миллиарды, разбегутся, и все, и вы потом будете искать и пытаться сказать, вот ты обманул, нехорошо поступил. И все, понимаете? Только участие десятков тысяч людей. Все. Больше никакие предложения не работают. Агитация нужна, но если вы хотите быть уверенными, что у вас есть сторонники, а не говорить себе, я вчера на остановке поговорил, на базаре поговорил, теперь наше количество сторонников увеличилось, сам себя обманывать, просто 5 человек, добейтесь. А если вы это не можете сделать, мне говорят, что вот там все боятся и так далее, значит, вы не знаете нашу программу демократического выбора Казахстана. Значит, вы не знаете, что государственное образование будет у нас бесплатное, медицина будет бесплатной, заработная плата простых полицейских, рядовых, будет начинаться от $1000, учителей от $1000, что предприятия сырьевые, нефть, которую добывают, металлы, средняя зарплата не будет меньше, чем $1500, то есть в 3-4 раза выше. Если вы это не знаете, то вы не сможете никого убедить. Вы должны вооружиться нашими программами, вы убедите людей, и тогда нас станет много, потому что этот режим уже всех достал. По вакцинации, по пенсиям, студенты бедные не могут найти жилье, проблем миллионы. Вы знаете, что этот режим не способен эти задачи решать. А мы способны будем. Почему? Потому что в управлении государством будет участвовать народ. Потому что эти миллиарды долларов, которые сейчас крадутся, они пропорционально по определенной формуле распределяются среди всех граждан страны. Мы это знаем. И единственный способ смены режима – объединиться в ячейке, штаб, смены режима. Других путей нет. Ну и вот, собственно, мы сегодня сказали, что тема «Как сменить режим». Мы еще, конечно, будем эфиры проводить, будем убеждать. Мы оставили буквально 10-15 минут на вопросы разные, не обязательно связанные со сменой режима. Поэтому, Самобек, может быть, посмотреть, какие вопросы есть. Да, вот писали насчет этого. Вопрос к МК. Почему вы требуете от народа объединиться, хотя сами не можете прийти к консенсусу с людьми? Сначала поругались с Садыковым из Басе, потом Жанна, теперь Камила и так далее. Смотрите, что значит с людьми? Люди разные. Мы политическое движение. У нас есть политические программы и платформы. Кто-то может не разделять. Им сначала кажется, что они с нами, потом по каким-то причинам эти люди выпадают. И поэтому это нормальный процесс, когда наши сторонники внутри есть, и потом они каким-то образом становятся не нашими сторонниками и уходят. По Садыковым я говорил, что... Садыков Айдос, он был член оргкомитета, он был выведен из состава оргкомитета за деструктивную деятельность, за подрывную деятельность, который прямо нарушал принципы работы демократического движения ДВК. Если говорить о Жанне Бота, то она тоже была с нами в первых рядах, но тоже начала заниматься деструктивной деятельностью, и сейчас она прямо работает совместно с Комитетом национальной безопасности. Так бывает. И вы знаете очень много активистов в регионах, которые были вроде наши, но потом стали почему-то говорить слова в поддержку режима или имитируют, что они противники режима. Но я еще раз хочу сказать, этот режим крадет ежегодно свыше 30 миллиардов долларов у страны. Они просто так власть не отдадут. Поэтому, конечно, они кого-то запугивают, кого-то купают. Это нормальный процесс. Если уж говорить вот, в частности, Камила Шаганова, она рядовой наш был сторонник. Да, выходила, была инициатором. Мы ее воспринимали как
скажем, человека, переборовшего болезнь. Во всяком случае, с точки зрения ее умственной способности у нас сомнений не было. Мы ее завели работать в штаб, но, к сожалению, в течение 2 месяцев она оказалась конфликтным человеком. Я не знаю, с чем это связано. Возможно, она не полностью вылечилась. То есть, судя по всему, она в полной мере не контролирует свою психику. Она говорит, что получает лечение у психотерапевта. Но я вижу, что психотерапевт, если действительно она проходит там лечение, работает по, скажем, модели Комитета национальной безопасности. То есть Камила всякие слова говорит о том, что якобы там тот или иной человек работает в штабе. То есть фактически она предает. Я не могу подтвердить все ее слова, что там тот или иной человек действительно работал в нашем штабе. Это не так, она лжет. И этот человек прямо стал вести работу, дискредитируя ДВК. И это процесс. Среди нас будут и противники, и предатели, и переметнувшиеся, потому что режим работает. А кто-то с головой имеет проблемы. Тоже такое бывает. Это нормальный процесс. А как бы вы хотели, когда процесс идет против режима, который владеет гигантскими ресурсами, они применяют разные способы дискредитации, подкупа и так далее. Поэтому так будет. И это всегда, в любой деятельности всегда какие-то помехи есть. Мы должны это воспринять. У нас не будет так, что сегодня все мы объединились и все одинаковые. Наши люди еще не могут разобраться, что есть какое-то количество людей. Это подставная структура власти. И мы знаем, что любого, кто против режима, и режим мочит, его никто не мочит. Этот Альтаев, так называемый, тоже кричит его группа «Аллах Акбар», изображает, они специально показывают, что в нашей стране, якобы, как в Афганистане, есть люди, последователи там, шариата и так далее, что якобы, видите, они террористы, есть на Западе вот такое ощущение. И вот они пользуются, пытаются ввести людей в заблуждение. И немало людей считает, что вот оппозиция. И почему мы должны объединяться с теми людьми, которые не являются оппозицией? Мы знаем, кто является оппозицией. У нас знания есть. А все те, кто сомневается, они должны просто эти знания от нас получать. Потому что это многолетний опыт, проверенный на своей жизни. И когда мне говорят, давай приезжай сюда, я думаю, что эти люди по каким-то причинам не знают, что у меня 20 лет заочной тюрьмы, пожизненный срок, что режим пытается многократно организовывать на меня покушение, похищал мою семью, конфисковал весь мой бизнес, и таких людей еще немало, которые живут как зомби, верят этому режиму. И, конечно же, поэтому у нас будут и противники, и внутри нас будут предатели. Это нормальный процесс, к этому нужно относиться, просто понимая, что мы пытаемся сменить режим, который обладает людьми, он просто так не сдастся. Вот и все. Вот еще следующий вопрос. Илья Хан. Здравствуйте, уважаемый Мухтар Аблязов. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к президенту Кыргызстана Садыру Жапарову? Я из Кыргызстана, и мне интересно узнать ваше мнение. Это Илья Хант лично... здесь как раз подключился в этом эфире. Кто подключился? Илья Хант, вот, который задает вопрос насчет Садыра Жапарова, сейчас здесь с нами. Вы можете микрофон включить. Я могу сказать следующее. Или он еще устно задаст вопрос? Не знаю, я ему микрофон включил. Илья Хант, вы здесь? Здравствуйте, уважаемый Мухтар Аблязов, я из Кыргызстана, и мне интересно узнать ваше мнение. Как вы относитесь к нынешнему президенту Кыргызстана? Я лично не знаком с вашим президентом. Ну, конечно же, я внимательно слежу за событиями, которые происходят в Кыргызстане. И могу сказать, что ту реформу политическую, которую он проводит, я, скажем, не поддерживаю. Почему? Потому что вместо того, чтобы действительно построить парламентскую республику, Садыр Жапаров пытается построить президентскую республику с номинальным там советом неких старейшин, которые имеют консультативные функции. Это у нас ассамблея народов, такая прообраз. Я считаю, что
в Кыргызстане будут реальные изменения только тогда, когда должность президента будет ликвидирована, когда будет парламентская республика, когда будут свободные выборы, когда власть не будет принадлежать одному человеку, когда будет политическая конкуренция, когда народ будет реально участвовать в управлении государством, тогда у вас будут изменения. Сейчас много разговоров о том, что каждый раз власть меняется, но глобальных перемен не происходит, вот такое мнение звучит. Что я по этому поводу хотел бы сказать? На самом деле, кыргызы молодцы, я считаю, что каждый раз держат напряжение своих президентов. Если их не устраивает, они их меняют. И если бы этого не было, несколько раз меняли, то при отсутствии серьезных природных ресурсов в Кыргызстане, то страна бы вообще превратилась бы так совсем беднеющую и нищую страну. А тот факт, что кыргызы каждый раз, когда недовольны режимом, начинают действовать и смещать, это приводит к тому, что создается рычаг на действующую главу государства. Но на самом деле у кыргызов, я считаю, потенциал во много раз больше, с учетом того, что более свободный народ. Ну, я откровенно скажу, что кыргызы не намного далеко ушли, чем казахи. Может быть, это связано с тем, что у вас ресурсов поменьше, чем у нас в Казахстане, и более подвижный народ. Только в этом причина. А так по уровню, образованностью там, и по другим всяким показателям, к сожалению, кыргызы приблизительно на том же уровне, что и казахи. И в вашей стране до сих пор не могут массово осознать. Узкая прослойка, возможно, знает. У вас нет силы, которая, как в Казахстане, работает и проводит просветительскую работу. В чем суть просветительской работы? Только парламентская республика. Президентская республика не будет у вас работать. Когда будет парламентская республика, когда будут люди вовлечены в политическую работу и борьбу, когда у вас будут рабочие места, потому что люди, ваши представители на местах будут говорить, здесь нужен тот или иной завод. Когда у вас будет реально свободная пресса, она у вас не такая свободная. Я знаю многих ваших журналистов, СМИ, я знаю, кого преследуют. Это было и при предыдущем президенте, которого свергли. У вас серьезных успехов не будет до тех пор, пока народ реально не будет участвовать в управлении. Кыргызов очень много талантливых людей. Я в Москве учился, у меня очень много друзей кыргызов в Московском инженерно-физической институте. Я делал бизнес на территории Кыргызстана, знаю многих и могу сказать, это талантливый народ. Они должны сделать всего лишь один шаг – отказаться от президентской формы правления, построить парламентскую, и тогда все эти талантливые люди проявят свои качества, и Кыргызстан уйдет далеко вперед, обгонит и Казахстан, любую другую страну на постсоветском пространстве. До этого момента вы так и будете регулярно менять президентов. Я не могу сказать, что будет топтаться на месте, у вас все равно при скудных ресурсах вы в целом немного хуже живет, чем казахстанцы, особенно в южных регионах. Вот. Поэтому вот я не могу никакого отношения выразить к Садру Жапарову, потому что я его не знаю, но политические действия, политическая платформа, его реформы я оцениваю как неуспешные, они не приведут никакому успеху, у вас не будет никакого результата. Уважаемый Мухтар Аблязов, благодарю за ответ. Я жалпы құрметті көрермендер, эфирімізге қатысқандықтарыңызға көптен-көп рахмет. Жалпы эфирімізге бөлген уақытымыз осымен тәмамдалды. Бүгінгі эфиріміздің тақырыбы Назарбаев билігін қалай өзгертеміз. Бүгінгі эфирдің өзінде бағдарламаларымызда барлығын еске алып өттік. Сонымен қатар ескерте кетеміз, егер де біздің бағдарламаларымызбен тағы да таныспаған адамдар болса, таныстарыңыз келсе, біздің Google сайтымызға кірсеңіздер, болмаса басқа да әлеуметтік желілердегі каналдарымыздан ақпараттарды ала аласыздар. Рахмет, сау болыңыздар. Рахмет, до встречи. Барлықтарыңызға рахмет, қатысқандарыңызға сау, сәлеметті болыңыздар. Алла Қазақстан.